Либрию называли «сумеречным городом». Много лет его тихие улицы были окутаны густым туманом. Солнечные лучи блуждали в нем и гасли, так и не найдя пути. Вечный полумрак царил и в душах жителей. Их чувства, как потухшие угли, не давали тепла. Сердца не излучали любви и не знали страсти. В центре города стояла большая чаша, когда-то в ней горел огонь, символ Либрии. Его хранили и передавали из поколения в поколение, но хранители не уберегли огонь, и он погас, а на дне чаши поселился мрак. Отважный юноша, зная, где гнездится мрак, отправился к чаше, собрав по дороге тех, кто жаждал перемен и хотел увидеть солнце. Они поверили, что смогут вернуть в чашу огонь, который не уберегли их предки. Долго бились храбрейшие силами тьмы, заклиная их убраться прочь из города.
богиня света. Ее отважный юноша с детства видел в своих странных снах. Каждую ночь ее крылатая фигура озаряла его сон, призывая очистить город от тьмы. Богине света удалось выбраться из своего заточения в мире снов. Восхищенная отвагой и верой жителей, она подарила Либри новый огонь. Развеяли туман и осветили город. Жители Либрии словно очнулись от долгого сна. Они ликовали и славили своих героев. Thank you.
Теперь Либрия стала городом света. Юноша и его друзья разожгли символ солнца в центре города. Они стали новыми хранителями и поклялись сберечь огонь для своих детей и внуков. Thank you.